Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею озвучил окончательную заявку на домашнюю олимпийскую квалификацию. Как и предполагалось, вне ее остались Михаил Гробовский и Владимир Денисов. Всего же в списке 26 хоккеистов, в том числе братья Костицына, Андрей Стать, Джефф Плат и дебютант Ник Бейлен. Олимпийская квалификация стартует на Минск-арене уже завтра.